Здравствуйте, я Игорь Успаленко. Вы знаете, что это? Это главная часть противоугонного электромеханического замка капота от LED. С 2006 года наша компания постоянно разрабатывает противоугонные замки и проводит их испытания в самых жестких условиях. Результатом этого стали более 10 патентов и исключительные по своим свойствам изделия. Для изготовления деталей противоугонных замков мы применяем современные материалы и технологии. Это позволяет добиваться превосходных качеств замков от LED. Рад представить вам технического директора нашей компании, эксперта, имеющего многолетний практический опыт проектирования, изготовления и монтажа противоугонных замков Олега Заболоцкого. Он расскажет вам о замке капота от LED Neo Electro и поделится некоторыми секретами наших разработок. Здравствуйте! Итак, первый секрет – это материал детали. Композитный состав на основе полиформальдегида. Он устойчив к коррозии, положительным и отрицательным температурам, а также обладает высокой прочностью. Применение такого материала в замках от LED позволяет добиться высокой надежности и обеспечить их безотказную работу на весь срок гарантийного пробега автомобиля. Конечно, наши конструкторы позаботились о противоугонных свойствах замка от LED. Вы знаете, что каждый автомобиль оснащен замком капота. Именно его и защищает электромеханический замок от LED Neo Electro, максимальные противоугонные свойства которого достигаются в сочетании с иммобилайзером, автосигнализацией и вашей личной бдительностью. При этом качество монтажа влияет не только на угонастойкость охранного комплекса, но и на надежность в целом. Второй секрет – это уникальная конструкция замка, которая не требует смазки и периодического обслуживания, наделяя его дополнительными свойствами. Вы ставите автомобиль на охрану. Замок капота от LED закрыт, но ручка открывания капота не заблокирована. Капот при этом не открывается. Эта уникальная особенность предотвращает возможную поломку ручки, а штатный трос замка капота от растяжения. И это свойство вводит в заблуждение при попытке несанкционированного доступа под капот. Снимаем с охраны. Замок капота от LED открыт. Наша компания, как российский производитель, учла условия эксплуатации автомобилей и предусмотрела возможности для решения неожиданных ситуаций. Например, сел аккумулятор. Вы не можете снять с охраны автомобиль и, как следствие, открыть капот. В этом случае есть возможность запасного открывания замка капота от LED Neo Electro. Для вашего удобства и безопасности монтаж системы запасного открывания оговаривается вами лично с мастером по установке замка. Вы узнали, что замок капота от LED Neo Electro действительно уникален по своим качествам. И прежде всего тем, что за его разработкой стоят годы поисков инженерных решений и испытаний. Наши инженеры продумали каждую мелочь при создании замков от LED, чтобы сделать его лучшим для вас. Нашим замкам доверяют от Калининграда до Владивостока. Это позволяет мне с уверенностью рекомендовать замок от LED Neo Electro для защиты вашего автомобиля.